В Таиланде за 1 бат можно получить полторашку воды. То есть не нужно идти там в 7-Eleven и так далее, а также сохранить природу от загрязнения пластиком. Всем городам стоят вот такие автоматы, водоматы. Мы берем бутылку, оставшуюся от покупки в супермаркете, берем 1 бат, опускаем. Опускаем сейчас. О, единичка появилась. И жмем кнопку. Здесь начинается сильный поток. А если что? Все. Чаще всего полторашка набирается полная. Что-то этот какой-то еврейский немножко автомат. Да мы в прошлый раз в нем же набирали. Да. В общем, погрешность плюс-минус стакан. Вот. Итого мы сохранили природу, набрали воды, сэкономили деньги.